То есть, по-хорошему, я бы прошел тут, но у нас нет... Там все разрушено, поэтому мы там не смогли пройти. Дракон слева. Ты видел его вообще? Нет. Где дракон? Иди вперед. Я понял. Это, наверное, статуя. Нет. Даже так. Красота. Опять солью. Как умею, так рисую. Неведомые силы сбросили тебя с далеких небес. Ты открыла глаза и увидела мага, упивавшегося славой и безумием. Ну и шрифты. Утренние какие. Ой-ой-ой, сколько их там, этих козявок. А, бежим. Смотри, видишь, пропали. Как... Да, но это как-то странно работает. Глюки какие-то. Хорошо, хоть идеально не надо. Мне вот интересно, откуда у тебя столько соли? Там мешочек такой маленький. Ну это же сны. Не попал куда-то там. В ту ночь среди мертвой тишины, последовавшей за шумом битвы, ты видела сон о доме, о золотых водопадах в небе. Потом зарычал дракон, красота исчезла. Не-не-не-не-не-не. Налево, налево. Пока направо это что? Ну, мне кажется, там какое-то бесполезное место. Может быть. Слева дракон. Угу. Подождать надо было. Не знаю. Как бы ты ни просила, кошмар не кончался. Ни один союзник не мог выстоять против дракона. Ты была совсем одна. Заново, что ли? Да, похоже, заново.
А здесь сыпать не нужно? Нет, тут уже посыпано. Ну, я думала, может, еще раз. А зачем, если посыпано уже? У меня есть подозрение, что мы там сейчас собственной статуей воспользуемся, чтобы прикрыться от него. Потому что там просто нет места, да, где спрятаться. А, то есть, возможно, даже не одну статую надо будет сделать. Да. Да нет. А, все-таки да. Там расстояние-то небольшое, надо пробежать. Ты что, обиделся, что ли? Это же кровь там, да, заполняет? Ну, чья? Похоже на кровь. Опять куча крови, смотри. Угу. Это как бы мы жертвуем, видишь, телом нашим. Твоя получается. Кровь. Детством. Ну, детством. Ты взрослый уже. Давай, тянись, У меня сейчас мозг взорвется вообще. Что в этой игре происходит? Ну да. Вы нашли меч, теперь вы можете атаковать врагов. А вот эти символы, они какой-то смысл имеют? Наверное, нет. Там кто-то хрюкает. Как мне их атаковать-то? А, точно, я могу акцентировать внимание же, кнопка Y. Сколько еще времени прошло? Ну да, что-то совсем тут все такое. Сейчас эти бабайки, наверное, какие-то большие уже. Упс. Давай.
меня меч защищает. Вот что это было. Теперь до меня дошло. Зачем я сюда могу пойти? А там пройти негде было. Мы же так и шли. Да-да-да, точно, точно. Не, ну дерево в камень превратил он. Насколько я понимаю. С другой стороны, учитывая атмосферу на улице, такое ощущение, что прошло еще несколько десятков лет. Да каких там десятков? Треугольник. А, треугольник у меня вот что. Я что-то не обратил внимания, что он у меня меч выбил. Пошли на улицу. Слева бабайки должны быть. Да. А чего ты убегаешь? Сейчас еще нахватаешь всяких. Спрятаться, думал, за этой штукой. А, и даже не зря, похоже. Что это такое? Смотри, мне их двигать надо. Справа, ага. Ну, хватай. Прячься. А я думал, ты сейчас туда пойдешь, и на тебя глаза накинутся тебе. Ну, у меня тоже было такое предположение, но у меня почему-то первая мысль была спрятаться. А он тебя заденет, если он сбоку там? Не знаю, давай попробуем. Хотя, наверное, если меч будет не в руках у меня, тогда заденет. Что я делаю-то? Может, все-таки треснуть ему просто надо? Да нет. А вот сюда что? Может, ты не сюда затащил, он был вот сюда? А как мне теперь обратно? На себя, может быть? Оно не хватает так. О, подожди, хватает. О. По идее, где-то подсказка должна быть, что нужно сделать. Вообще да. В какую сторону. Хотя тут вариантов немного. Какую-то фигню я, короче, сделал от себя тяну. Явно. А тут некуда больше. Там внизу мы были, там ничего не было. Лестница просто и все. А попробуй вернуть обратно вот эту штуку первую. Может, мне обратно и вернуться? Я не знаю. Давай смотреть, рассуждать. У них мечи подняты вверх. Они разные, по-моему. А, нет, одинаковые, тоже сломанные везде. При этом развернуть я их как бы не могу. Надо, чтобы они смотрели. Нет, я не могу. Они вообще не... Да, они разворачиваются точно. А если вот эту оставить на месте? Не понимаю пока.
Ну да, я тоже как-то не понимаю. Выпил. Ага. Понятно. Зачем надо было это? А, их и не надо, в принципе, двигать-то. Да. Было. Изначально. Я себе жизнь сильно усложнил теперь. Да. Успел. Да двигай вперед-то, да? Да. Подожди, но я же подходил к нему, я ему по носу там постучал этим мечом. И не было никакой... Вот так, наверное, как-то... оставь. Да. Далеко он. Ого. Далеко. Стой. Бежим. Двигали тут что-то. Холодь в следующий раз направо улетит. Давай обратно пододвинем, чтобы, если что, ага, опять можно было прятаться. Ага. Ну да. Не успеваю. Успел. Еще дальше, наверное, не улетит. Дальше некуда. Ладно, я на всякий пожарный пододвину. Давай. Ты устал, наверное. Ну, в смысле, она устала. А меч? Он сломался или мне показалось? Не видно было, он в текстуру ушел. Справедливость. Возможно. Взрослая. Ага, опять солью. Как там было, начни понимать людские страдания? Не обратил внимания? Нет. Очень быстро пропадает. Я даже про себя прочитать не всегда успеваю. Темные тучи собрались, когда Солидор проснулся. И притянутый луной стал взбираться на башню. Тишина обрушилась на землю. Он остановился лишь однажды, когда увидел тебя. Но более останавливаться он не мог. Любое оружие становится сильнее от жертвы невинной жизни.
Это ты тут, по-моему, стал, да? Нет. Нет, вроде. Темная туча свор... А, это было. Это мы как раз вот про него читали, получается. Ага. А нам куда, к оленю или туда, к руке? Пошли сначала к оленю. Меч такой. Угу. Еще меч. Ну почему я его солью-то сцеплю? Погладить не могу. На соли, короче. А тут не пройти. А... Погоди, а как? Ну, тебе, наверное, к руке нужно, а не сюда. А, он смотри, с тобой идет. Смотри, я его... А, слушай, нужно его пожертвовать, похоже. Туда, там, где кровь. Приманивать. Угу. Да, наверное. Все, что ли? То есть тебе даже самой нужно было убить. Когда их души столкнулись, Солидор с драконом поняли друг друга. Душа зверя издала крик, когда Солидор сдался на волю судьбе, которая заточила их обоих. Ой, я ударить хотел. Да отстань ты. Нет. Мне сюда? А ты не перепрыгнешь тут? Подожди, а с той стороны попробуй обойди. Мне кажется, я допрыгну. Там вон, видишь, какой-то? Да-да-да-да. Да, здесь правильнее будет. И обрати внимание, там ветер дует. Видишь? Угу. И он останавливается периодически. Да? Или нет? Вот, да. Сейчас. А как? Тебя же сдувать будет. А, ну не совсем. Ну так. Ого! Бегом, бегом, бегом. Бегом, 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 бегом. Так, не отпускаем. Ся. Все равно сдувает. Тут главное успеть, право, видимо, лево. Перепрыгнуть. Я вот не знаю. Вот спрячься сюда. Не могу. Не успеешь. Да. Ого. А я сейчас опять так не успею. И получается направо надо, да? А тут некуда. Тут некуда, да. Тебе обратно перепрыгнуть нужно, получается. Погоди, ну здесь я достаточно большое расстояние перепрыгиваю. Вот здесь, ага. Вообще логичнее было бы, конечно, пригнуться как-то. Лечь даже. Сейчас тебя сдует опять. Странно, неужели никак нельзя противостоять этому ветру?
Не успел. Нет. То есть главное успеть вот на следующую ступеньку забраться. Я успел. Вот здесь вот можешь спрятаться за эту штуку, нет? Да. А здесь уже и не надо прятаться. Нет, надо. И я не прятался. Получается, все равно сдуло. Ага. А что будет, если я пропущу этот сон, а выйду? Я не знаю. Ты, наверное, до дракона, когда дойдешь, тебе лет 80 будет. Ну, я надеюсь, не 80. Ну, смотри, пока мы вроде не выросли еще. Ты маленькая был, ты опять взрослый. Подрос, да? Да. Ты же с девчонкой дрался с ним. Мелкой.